Итак, показываем, сколько мы и какие слоя клеим в дверях. Проклеен у нас первый слой вибропласта на внешнюю сторону металлом. Толщина его 3 мм. Слышите, у нас какой глухой звук образовался. Максимально все проклеили, клеим мы его на горячую. То есть предварительно разогреваем в печке и прокатываем валиком. Второй слой проклеили шумопоглотителем. Толщина его 6 мм. Третий слой мы проклеили на внутреннюю сторону металла вибропласт. Толщина его 2 мм. Прокатали валиком. Ну и последний слой проклеили. Четвертый. Турбоволна. Толщина его 15 мм. В принципе, такие слои мы используем в программе Олимп Плюс. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!